Проверка, проведенная Управлением Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе, установила, что при попустительстве руководства филиала Агентства по управлению и использованию памятников истории и культуры объекты наследия столицы Урала незаконно сдавались в субаренду коммерческим структурам. Арендаторы передавали имущество третьим лицам без обязательного в таких случаях согласования с контролирующим ведомством и без проведения публичных торгов. Среди памятников архитектуры, неправомерно переданных в пользование, здание гостиницы «Сеть» и загородная дача архитектора Малахова. По итогам проверки руководству агентства внесено представление об устранении нарушений закона. В результате его рассмотрения приказом исполняющего обязанности руководителя данного агентства Романа Васильева за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, повлекшее бесконтрольное использование объектов федеральной собственности, привлечен к дисциплинарной ответственности директор филиала агентства по Уральскому федеральному округу Дмитрий Макаров. Тем же приказом за отсутствие должного контроля за работой филиала наложены дисциплинарные взыскания на заместителя руководителя агентства Валерия Дисканта, начальника отдела по работе с арендаторами Вадима Королева и начальника отдела по работе с филиалами Александра Дементьева. Кроме того, по материалам прокурорской проверки Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области в отношении филиала агентства и арендаторов федерального имущества возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства, которое находится на рассмотрении.